Соревнования проходили на базе 24-й школы. Ребятам, представляющим школы и учреждения профессионального образования края, нужно было постараться не попасть в молоко. На то, чтобы набрать достаточное количество очков, дается 3 пробных и 5 зачетных выстрелов. Судьи определяют лучшие личные и командные результаты. Национальные соревнования по пулевой стрельбе для юношей до призывного возраста, посвященные 70-летию Великой Победы, Великой Отечественной войне. Значит, основная цель – это и моральная, и физическая подготовка юношей к службе вооруженным силам. Также отработка умений и навыков в пулевой стрельбе. Ну, надеемся, что эти умения и навыки им пригодятся только для стрельбы в тире. По итогам стрельбы были отобраны 3 лучшие команды. Первое место взяли ребята из Туапсинского района, второе – сочинцы, а третье – стрелки из Белореченского района. Теперь они примут участие в финале, который пройдет в Краснодаре через неделю.